Здравствуйте, дорогие любители вязания! Подписчица нашего канала Ольга Кудинова обратилась к нам с просьбой помочь разобраться ей с узором к палантину «Королева Сильвия». Вот мне как-то не встречалось это название. Я не видела в интернете, сколько уже вот работаю, сколько... Уже, кажется, весь интернет облазила, но не встречалась вот этого названия «Королева Сильвия». Когда я набрала в поисковике «Королева Сильвия», то увидела, какой это прекрасный палантин. И посмотрите, какой красивый узор для этого палантина придумала дизайнер Нэнси Бош. Ссылочки на источник, откуда я взяла схему, я оставлю под видео. Вот так наизнанке выглядит. В описании рекомендуется вязать из тонкой, очень тонкой шерсти спицами 3,25. Пряжа у меня здесь не очень тонкая, она достаточно тонкая, 200 метров в 50 граммах, но в описании рекомендуют в 3 раза тоньше вязать пряжей. У меня нет такой тонкой пряжи, и я связала вот из того, что у меня есть. И все равно получилось очень красиво. Конечно, этот узор можно применять не только для палантинов, для шарфов, для любых ажурных изделий. Очень красивый узор. Оригинальный, не избитый, не надоевший. Вот я еще хочу сказать, что там рекомендуют в описании начать провязать 8 рядов платочной вязкой, потом начинать вязание, чтобы у нас платочная вязка была и по краям палантина, по всем краям, вернее, палантина. Здесь у меня связано 2 раппорта. Естественно, вы, если будете вязать палантин, то там, по-моему, 5 раппортов рекомендуют вот центральный, вот эту, вот центральный узор повторить. Давайте посмотрим на схему. Вот такая схема здесь в середине смещается вот в 2 рядах смещается узор и потом снова возвращается. Рекомендуется вязать палантин с 1 по 16 ряд повторить. Вот здесь вот написано повторить 20 раз. И закончить в один раз вот с 17 по 27 ряд. Уже закончить палантин. Я здесь в узоре провязала 2 раза вот с 1 по 16 ряд и закончила уже по схеме. Здесь в описании еще дана схема каймы, которая обвязывается палантин. По углам, вот она так расширяется по углам, начинается с 8 петель, вот здесь, потом вот этим на прямых участках повторяется раппорт этой каймы, и до следующего угла снова вот, вот эти вот расширения по углам идет, и так далее. Мы с вами свяжем только вот узор, вот этот вот основной узор палантина. Для вязания шишечек нам понадобится крючок. Набираем на спице 37 петель вместе с кромочными. Вяжем первый лицевой ряд. Первую кромочную снимаем, последнюю кромочную мы провязываем лицевой петлей. Лицевой, я прошу заметить. Вяжем 4 лицевых. Это у нас кайма. Она вяжется платочной вязкой. Во всех рядах все петли вяжем лицевыми. Дальше. 4 лицевых – это петли после каймы, перед раппортом. Теперь вяжем петли раппорта. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки. Лицевая петля, накид, лицевая петля, накид. 4 лицевых. 3 петли вместе провязываем лицевой за задние стенки. Те, я вяжу бабушкиными петлями.
Вот провязываю так. Те, кто вяжет классикой, либо разворачивать петельки, либо делать протяжку. Первая петля снимается, 2 вместе лицевой и протягиваются через снятую петлю. Дальше 4 лицевых. Накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону за задние стенки, лицевая петля. Вот закончились петли раппорта. Дальше у нас 3 петли за раппортом и 5 лицевых вместе с кромочной получается. Это у нас петли каймы. Во втором изнаночном ряду кромочную снимаем, вот чтобы нить была перед работой. Ну вот так сказано в описании. Я не вижу тут никакой разницы, если бы я провязывала последнюю кромочную изнаночную петлю и снимала как обычно. Ну вот как сказано, так я и делаю. Вот снимаем кромочную петлю и провязываем 4 лицевых. Это петли каймы. Дальше все петли мы вяжем изнаночными до последних 5 петель. Все петли и накиды здесь у нас изнаночные. Я такие ряды буду в видео пропускать. Мы будем вязать с вами лицевыми петлями только петли, первые петли и последние петли каймы. Вот, дошли, осталось 5 петель, провязываем все петли лицевыми. Вот так в изнаночных рядах мы будем вязать. Первые 4 петли снимаем кромочную, первые 4 петли лицевые, и предпоследние 5 петель мы провязываем лицевыми. Такие ряды я буду пропускать в видео. Вяжем 3 лицевой ряд, 4 лицевые, 4 лицевые петли после каймы. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Мне петельки надо развернуть, чтобы их удобнее было подхватить. С наклоном в правую сторону. Дальше лицевая петля. Из следующей петельки мы вывязываем 5. Следующим образом. Вяжем очень слабо. Вводим спицу в петлю на правой спице и не снимаем ее. Вот вытягиваем петлю. Вытягиваем вот такую вот петлю, длинненькую и слабо. Делаем накид. Тоже вот, чтобы они были одинаковые по длине. Снова петля, накид. И еще раз вытягиваем петлю. Все, снимаем петлю со спицы. Мы из одной петельки вывязали 5. Это у нас будущая шишечка. Дальше делаем накид, лицевая, накид, 3 лицевых. 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. 3 лицевых, накид, лицевая, накид, и на следующей петельке мы снова вывязываем, из следующей петельки снова вывязываем 5. Петля, накид, петля, накид и петля. Слабо вывязываем, слабо. Дальше будет лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону за задние стенки. Лицевая петля. И мы закончили петли раппорта. И дальше у нас будут до конца ряда все петли провязываем лицевые. Вот так и хочется мне кромочную провязать изнаночной. Четвертый изнаночный ряд. Вот посмотрите, у нас провязываются петли каймы, 4 лицевые. Затем мы провязываем 6 изнаночных петель. Все петли изнаночные до вот этих 5 петель, которые мы вывязывали из одной.
Вот, мы дошли до этих петель. Если вам не видно этих петель, особенно, знаете, это когда вот из махира вяжешь, да, палантины часто из махира вяжут. Если их не видно, вы переверните, посмотрите на лицевой стороне. Вот они, эти петельки, из одной вывязаны 5, чтобы случайно не подхватить петлю другую. Нам нужно вот эти все 5 петель, вот 2, 3, 4 и 5. Вот видите, накид, он так прям хочет к этим петелькам примкнуть. Вот, вот эти 5 петель мы провязываем вместе изнаночной. Я еще раз говорю, будьте внимательны, чтобы не схватить вместе с ними, не провязать накид, вы тогда потеряете петельку. Проверяйте себя вот на лицевой стороне. Мы провязали все эти 5 петель изнаночной петлей и получили вот такую вот аккуратненькую шишечку. Она не слишком выпирает, она вот такая чуть-чуть выпуклая, красивая шишечка. Дальше мы вяжем изнаночные петли, их у нас 13, до следующих 5 петель, вывязанных из одной петли. Вот опять дошли, сомневаетесь, посмотрите на лицевой стороне. Да, это они, это эти 5 петель, мы их вместе подхватываем все 5 и провязываем изнаночной. Подтягиваем хорошо петельку. И далее вяжем 6 изнаночных. И петли каймы. 5 лицевых. Вот такие ряды я тоже буду пропускать. Они вяжутся, все петли, вяжем петли каймы всегда лицевые, вяжем всегда изнаночные, все изнаночные петли, только вот где мы вязали 5 петель из одной, мы провязываем их вместе изнаночной. Вяжем 5-й лицевой ряд, 4 лицевые петли каймы, дальше 4 лицевые петли до раппорта и петли раппорта. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, вяжем 2 лицевые и снова из одной петельки вывязываем 5, вывязываем слабо, петля накид, петля накид, петля, снимаем петлю со спицы, делаем накид, лицевая петля, снова делаем накид. Дальше будет 2 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, и снова вывязываем из одной 5, петля накид, петля накид, петля. Дальше будет 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, лицевая петля. Закончились петли раппорта, и далее до конца ряда мы вяжем все лицевые петли. Вот как получается. Я показываю толстыми нитками, чтобы было лучше видно. Из тонких ниток, конечно, будет изящнее смотреться, но все равно смотрится очень красиво. В 6-м изнаночном ряду мы провязываем петли каймы лицевыми петлями. Далее мы все петли вяжем изнаночной, и петли, которые мы провязывали, вот 5 петель из одной, мы вместе провязываем 5, вместе провязываем изнаночной петлей. Вяжем 7-й лицевой ряд. 4 лицевых. 4 лицевых до петли до раппорта, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, 3 лицевых.
Вывязываем 5 петель из одной. Далее накид, лицевая, накид, лицевая петля. 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Лицевая петля, накид, лицевая, накид. И снова 5 петель вывязываем из одной. Далее будет 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, лицевая петля, и далее будет 8 лицевых петель до конца ряда, это вместе с кромочной. В изнаночном ряду мы провязываем петли каймы лицевыми петлями, остальные все петли провязываем изнаночной, и вот 5 петель, которые мы вывязывали из одной, мы провязываем одной изнаночной. Вяжем 9 лицевой ряд. 4 лицевых петли каймы, 4 лицевых петли до раппорта. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых из одной петли вывязываем 5, вывязываем слабо, не забываем, накид, лицевая, накид. 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Снова накид, лицевая, накид. И из одной петли вывязываем 5. Дальше будет 4 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 1 лицевая. Закончились петли раппорта. И далее все петли лицевые до конца ряда вместе с кромочной. В 10 изнаночном ряду петли каймы мы провязываем лицевыми петлями в начале и в конце, остальные все петли мы провязываем изнаночными. Где петли, которые мы вывязывали из одной, вот они 5 петель. Мы провязываем изнаночной петлей. Вяжем 11 лицевой ряд. 4 лицевых петли каймы. Далее петли до раппорта. Тут у нас уже появляются элементы узора. 1 лицевая. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид. 1 лицевая. Далее идут петли раппорта. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. Из следующей петли вывязываем 5. Три лицевых. Снова из следующей петли вывязываем 5. 5 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Так, я меня петельки переворачиваю. Дальше накид, лицевая. Закончились петли раппорта, и 3 петли за раппортом вяжем тоже накид. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, лицевая петля, и до конца 5 лицевых петли каймы. В 12 изнаночном ряду все точно так же. Петли каймы мы вяжем лицевыми, остальные петли мы вяжем изнаночными. Не забываем, что шишечки из 5 петель мы провязываем одной изнаночной.
вяжем 13 лицевой ряд, 4 лицевые петли каймы. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид 2 лицевые. Это у нас петли перед раппортом, и далее идут петли раппорта. Лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее 13 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевых. Закончились петли раппорта и петли после раппорта. 1 лицевая. Делаем накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. И 5 лицевых. Заканчиваем ряд петлями каймы. 14 изнаночный ряд. Провязываем лицевыми петлями петли каймы, и все остальные петли мы вяжем изнаночными. Не забываем, что в конце у нас тоже петли каймы. Вяжем 15 лицевой ряд, 4 лицевых, это петли каймы. Далее идут 2 лицевые, накид, 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево и делаем накид. Вот здесь у нас смещение раппорта в левую сторону. Это мы закончили петли перед раппортом. Дальше идут петли раппорта, которые повторяются всегда. 2 лицевые. Из 5 петель нам нужно вывязать 5. Вот 5 петель. Мы вывязываем одну, провязываем лицевую петлю, дальше делаем накид, снова не снимаем петли со спицы, снова их провязываем лицевой вместе, снова делаем накид и снова мы их провязываем вместе лицевой. И теперь снимаем со спицы. Вот так из 5 вывязали 5. Далее будет 3 лицевых. И снова из 5 петель мы вывязываем 5. Петля, накид. Петля, накид. И снова петля. Для тех, кто вяжет туго, совет вязать послабже. Из 5 вывязали 5. Дальше будет 2 лицевых, накид. 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Снова делаем накид. 2. И это закончились петли раппорта. Вот после того, как сделали накид. Дальше будет 2 лицевые, это петли после раппорта, и лицевые петли до конца ряда. В 16 изнаночном ряду мы вяжем петли каймы лицевыми петлями, остальные петли мы вяжем изнаночными. Здесь петли, которые мы вывязывали 5 из 5, мы все провязываем по одной петельке. Все провязываем изнаночными. Мы провязали 16 рядов. Вот эти 16 рядов рекомендуется повторять постоянно высоту на всю длину вывязываемой вами вещи. Тут рекомендуется провязать для палантина, провязать их 20 раз по 16 рядов.
И далее мы с вами будем заканчивать. Заканчивается точно так же. Я даже не знаю, стоит ли вообще делать уже этот мастер-класс, повторять то же самое. У нас, пожалуй, уже и не будем. С 17 по 27 ряд, вот давайте на схему посмотрим. Вот посмотрите, зачем нам вязать сейчас то же самое. С 17 по 28 ряд мы провязываем точно так же, как с 1 по 12. Вот эти 12 рядов нам нужно провязать. Принцип вязания узора вам понятен. Узор несложный, очень красивый. Давайте скажем Ольге Кудиновой спасибо за идею мастер-класса. Я надеюсь, что многие из вас воодушевятся и свяжут себе такие красивые палантины. Ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на нас везде, где мы есть в интернете. Все ссылочки смотрите под видео. А я желаю вам удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!